Мы собираемся потребовать национальный референдум о чрезвычайном положении, на котором люди смогут проголосовать за следующие предложения – да или нет. Согласны ли вы, что необходимо распустить Кнессет и объявить новые выборы, в которых сможет участвовать любая партия при условии, что она примет минимальную платформу из следующих трех пунктов? Первое. Остановить интифаду любыми возможными средствами. Второе. Аннексировать территории. Третье. Выдворить арабов. Люди имеют право на референдум. Они имеют право потребовать его. Референдум превыше всего. Когда я говорю об этом на митингах, люди встают как вкопанные, а затем восклицают: «Правильно, референдум!» Вот чем мы сейчас занимаемся каждый вечер. Митинг за митингом. Незадолго до отъезда в Америку мы провели митинг на площади Дизингов. Можно подумать, что Дизингов — это не вполне традиционная территория Каха, но сейчас уже не те времена. Там были тысячи людей, половина из которых из партии труда, у них на лицах было написано «Мапай». Ни одного провокатора, все аплодировали и кричали «Кахане! Кахане!» Вот какие изменения имеют место. Референдум, и если нам не дадут референдум, тогда митинги, требования, забастовки, протесты и бунты, потому что люди имеют на это право, и никто не может отнять его у них.